А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в Ship Graveyard 2. Наконец-то вспомнил название. Итак, сейчас у нас новый корабль Tuna Colada. У нас три контракта, 320, 400 и 800 долларов. В принципе, неплохо, но контракты я уже посмотрел, и как бы мы их по-быстрому выполнить не сможем, чтобы поднять денег и что-то улучшить. А сколько веса? Четыре тонны металла? О, это не то. Тю, блин. Я смотрю, думаю, что за фигня. 48 тонн металлов. Офигеть. Очень много. Так, ну, как обычно, серия может разбиться на несколько частей. Даже, скорее всего, разобьется, потому что это целый долбанный корабль, который мы еще ни разу не разбирали. Так, погнали, наверное, тут сейчас все пособираем в округе. Что неправильно лежит. Я думаю, нам в идеале нужно будет, наверное, одну часть отпилить, чтобы можно было в него смело заходить. Это вряд ли. Ага. Не знаю даже, как мы груз будем скидывать. Это будет, наверное, чертовски неудобно. Так, давайте, наверное, займемся в первую очередь контейнерами. Снова неправильный инструмент. Что происходит? Какой нафиг неправильный? Все тут правильное. Ой. Первый пошел. Так, эти перегородочки стоят, не стоят. Ну, кстати, может и стоят. Нужно будет еще в него внутрь залезть. Посмотреть, что там и где у нас. Может, мы даже в первую очередь морду разберем. Не знаю, посмотрим. Так, наша газовая горелочка. Но работы тут предстоит много. Первый корабль, который прям целиком. В этой части игры у нас такого еще не было. В принципе, эти перегородки тоже можем налегке отправить. Все, освободился. Давай дальше. Отлично. Я пока что вниз туда залазить не буду, потому что, ну, неизвестно, что там у нас внизу. Там мы еще застрянем, придется лазить где-то там, искать выход. Так, здесь все. А вот еще контейнеры, кстати, есть. Блин, ну контейнеров много. Зато сейчас места будет много свободного. Так, замечательно. Тут мы дорезали. Дорезали. Вроде как. Теперь можно здесь. Готово. Так,
Так, здесь тоже есть, и там два раза пройтись еще и все. Отлично. Так, здесь то же самое, там прямо контейнер есть какой-то или нет? Тоже есть, отлично. Тогда мы его сейчас тоже отсюда уберем. О, там электричество рядом. Собираем всякую фигню. Отлично. Ну, вот, кстати, спуск вниз у нас есть. Так, давайте дальше фигачить нашей горелочкой. Короче, вниз тут, наверное, спустимся, посмотрим. А, кстати, под контейнером было что-то интересное? Нет, ничего. Так, здесь есть, теперь здесь. В принципе, эту фигню можно и повытаскивать, потому что мы тут уже бегать не будем, плюс лестница вниз есть, то есть особо тут уже ничего нам мешать не должно, разве что если в грузовик что-то выкидывать, туда придется иногда попрыгать. Отлично. Так, все, идемте посмотрим, что там есть интересненького. Комнаты, комнаты, комнаты. Так, ну, можно пройтись, в принципе, по всякой фигне. Он кувалду новую взяли. Если бы только можно было заюзать. Так, проще, наверное, с ящиком ходить. Он, пацаны, кувалду достает зачем-то. И это нам мешать начинает. Так, моторный отсек там. Тоже куча отсеков всяких. Главное лестницу эту не снести. Она нам очень сильно нужна. Нычка. Вот, кстати, тоже лестница. Я эту лестницу не видел. Тут закрыто. Так, а вот здесь может то же самое? Нет, тут нычки тоже никакой. Здрасте, а тут... А, тут не упало, понял. Так, а это ж... Там еще со стороны движка, вот тут должны были попадать. Да, есть. Тут такое есть. Грузик тут есть. Так, давайте снова наверх. Где там лестница?
тоже маленькая нычка. Ёпта, что-то свалилось на голову. Так, мы были вот здесь. Надо остатки забрать. Все. Так, тут забрали все. Можно сразу... Ой. Здесь, здесь. Вот здесь, вот здесь. Тут, тут, тут. Вот тут и вот тут. Идемте разгрузимся. Так, лестница не тут. Блин, заблудиться можно так. Сейчас с грузом с этим разберемся сразу. Чтобы он тут у нас не валялся просто так. Отлично. Сразу все попадало. Так, это можно забирать. А мы пойдем пока разгрузимся. В очередной раз. Но пока что все удобненько идет. Мне прям аж нравится. Так, ну тут, как видите, тут нифига у нас нет. Готово. Нычка, нычки нет. Так, что у нас здесь интересного? Барахло, какие-то кейсы. Провода, барахло, огнетушитель. Ну, это тоже, наверное, чуть барахло. Главное, что влезло. Так. Отпилить. Отпилить. Не хочет отваливаться. Интересненько. В принципе, наверное, сверху зайдем туда сразу. А, я не добил. Но все равно не отваливается. Так, ну, в таком случае нужно пильнуть, как обычно. Так, можно забирать. Ну, пока вниз. Собирать то, что тут упало. Пока что все. Предлагаю взять горелочку, дубасить дальше. Блин, неужели мы этот кусок можем убрать так легко? Смотрите, тут же вообще нифига нету. У него же потолка толком нету, этого куска нифига тут нет. Типа вон 2 метра тут всего лишь. Походу сейчас положим начало распилу нашего кораблика.
А, стоп. Еще один забирайте. Есть. Так, теперь можно вот эту фигню забрать. Только нам надо проскочить чуть дальше. И вот эту следом за ней. А вот это вот все нужно отделить. Ну-ка, F5. Ага. Короче, вот эту фигню нужно будет развалить. Идемте наверх. Сейчас, наверное, начнем с потолка. Или может тут с пола надо начинать. Я даже не знаю, с чего нам тут лучше начать. Нет, с боковых. С потолочка чуть-чуть нужно, я думаю. Не отвалилось. Обидненько. Но бывает. Сейчас сделаем, чтобы отвалилось. Замечательно. Так, здесь то же самое у нас все. Только непонятно, почему-то высота немножко больше. Так тоже не захотела. Так, есть контакт. Но тут главное полы. Главное полы, значит, пройдемся по полам. Так, а получается у нас тут еще сбоку будет. А, нет, сбоку нет. Но туда мы не залезем. Так, некоторые обрушились, некоторые не захотели. Слишком тяжело. Ну, идем выгружаться тогда. Ну что, сейчас просто сделаем выход из него, тогда будет уже попроще немножко. Можно будет также его отсеками валить, да и все. И не париться. Блин, снова полные карманы. Не, нам все равно, в принципе, придется это все отсюда выносить, чтобы мы могли смело этот кусок корабля отдать. Поэтому, в принципе, тут нужно все собирать. Но я пока что хочу конкретно завалить пол. Ух ты, как замечательно. Почти замечательно. Не все развалилось, но что-то развалилось. Стена, интересно, останется стоять, когда мы эту развалим? Стоит какого-то фига, непонятно почему, хотя, по идее, наверное, упасть должна была.
Или просто она как-то закреплена там еще дополнительно к стенке, к нашей. Не знаю. Так, а вот здесь не обрушено, да? Да, тут не обрушено. Ух ты. Потолочек. Там тоже? Тут тоже. Как я так про него забыл? Теперь здесь также, наверное, отвалится, да? Или нет? Нет? Серьезно? Ну, тогда пильнем сейчас вот эту вот полосочку пильнем, все остальное должно точно отвалиться. Замечательно. Так, ну теперь стена остается. Так, полные карманы, идем выбрасывать. Ну сейчас нужно это все теперь перетаскать нам. И тогда уже можно будет снимать. Одна осталась. Слушайте, ну по центру он как-то разделен. Неужели тут два разных куска? Нет, это один общий кусок. Так, короче, теперь наша миссия все это собрать. Наверное, отсюда начну собирать с этого подиума. Все, уже снова полные карманы. Блин, нам придется раз 40, наверное, тут сбегать. С одного квадрата целый ящик. Офигеть. Все-таки удобно, когда корабль у нас не целый был. Прям так ходишься, собираешься, выбрасываешь сходу, особо не задумываясь. А тут приходится побегать. Ну что, сейчас отпилим, и будет огонь. Как раз сразу грузовик, наверное, переставим поудобней. Ух ты. Еще немножко осталось.
Уже 4 тонны. Четверть корабля, можно сказать, разобрали по весу. Или там 48 было. А, пойди, это какая нафиг? Какую четверть я сказал? Десятую часть. А не четверть. Четверть, блин, 4 тонны. Вот только начал. Ну, вроде как все. Погнали. Отдавать. Так, думаю, можно теперь здесь заняться нашим резаком. Подозреваю, вот эти вот стеночки могут нам помешать. Нужно будет проверить. А, хотя нет, как они помешают. Это ж просто вот эта перегородочка маленькая. Все, мы сейчас забираем, и вот этой главной железяки, в принципе, она мешать не может. Забирайте. Так. Теперь здесь. Не туда. Так, нужно грузовик перегнать. Ой. Ну, а теперь может. Так, нужно найти, где стык. То есть вот еще один стык у нас. Можно, в принципе, от него отрезать. Тоже кусок корабля сделать его чуть покороче, я не знаю. Или забить фиг на него. И потом уже когда-то пильнуть здесь. Хотя, в принципе, что нам мешает потихоньку двигаться сюда? В принципе, ничего. Блин, а тут, может, еще какой-то стык короткий, нет? Тут всякое может быть. Не, нет ничего. Полы попадали сразу. Зараза, не хочет падать. Тут железяка не даст сделать то же самое. Ой. Ну, хотя можно на всякий случай. Лишним не будет. Лестницу все равно не сломаем. Так, а потолки здесь тоже нужно пройтись. Готово. Сейчас что-то не захотел отпилить немножечко.
Замечательно. Так, здесь потолка нет. Тогда сейчас можно пополам пройти, все пособирать. Ну все. Теперь полы. Только не знаю, поотлетают они или нет. Ну, здесь не про канала. А там про канала, кстати. Блин, я снова застрял. Ну, тут частично тоже, видите, часть обвалилась, часть осталась. Так. Здесь есть. Теперь нужно отрезать вот эту вот фигню. Так, если вот это центр, значит нужно его тут еще пройти. Граммофон. Прикольно. Заныкался, да? Ёпты, полы попадали даже. Железяк какая-то на голову свалилась. Не знаю, нафига я сейчас потолки сношу. Но пусть будет. Приятненько все равно, когда все рушится здесь. Так, и здесь же у нас коридор как бы. Так, это не трогать, а следующую трогать. А коридор, кстати, нужно весь разваливать. Иначе ничего здесь у нас не выйдет. Отлично. Тут пол не захотел отваливаться. Так, что у нас здесь пополам? Тут получается один немножечко еще держится. Тут и стенку, наверное, нужно отделить от общей конструкции. Так, что у нас еще держит? Эту комнату ничего не держит. Она на воздухе, как обычно. Как мы любим. Воздушная комната. Ни на чем не держится, но вниз не проваливается. Хотя, скорее всего, на этих же полах дебильных, наверное, как раз таки и держится. Которые не хотят у нас падать, которые висят в воздухе. Попробуем сейчас полами решить эту проблему. Надеюсь, это поможет. Потому что, если не поможет, будет как на прошлом корабле, когда пришлось стены еще сносить отдельно, помимо полов.
Так, отлично. Рухнуло, зашибись. Это меня уже радует. Ага, радует. Вот, пожалуйста. В воздухе тоже повисло, не хочет падать. Ну, короче, блин, ну, учитывая, что оно в воздухе висит и не падает, я считаю, что это баг, а не фишка. Все-таки. Давайте будем считать так. Называть вещи своими именами. Эти теории и так далее, смысл в них, если и так все прекрасно понятно. Так, я сейчас сразу пройду все полы и все потолки в надежде, что оно нафиг все развалится. Так, а там, а там же мы пилили уже все. Составить. Лучше сразу пильнуть ее. Раз она тут одна такая осталась, непонятная. Пробуем. И все. Можно было снаружи еще шарахнуть нормально. Блин, обидненько. Хотелось как можно лучше, получилось как всегда. Прикольно, на самом деле, такой прям каркасик здесь сделан. Так, давайте добивать полы. Кстати, видите, если на потолке у нас отдельно бьется, когда металл разный, то на полу и то срабатывает. Что странно. Ну, хоть что-то. А лучше, чем ничего. Зато сейчас будет плюс один кусочек в нашу копилку. Здесь, так понимаю, все. Вот где дверь. Теперь вот этот коридор нужно раздеребанить. Не знаю, конечно, сломается оно все сразу или нет, потому что мы вот как бы пилим, но ничего не делаем. Нужно было, наверное, полы не отбивать, они были уже как цепная реакция для этой фигни. Сейчас теперь ходить по одной стучать. На одну стукнул, другую стукнул. Последняя. Нет? Нет? А. Потолок, точно. Без комментариев про потолок я реально забыл. Думал только о потолке. Ой. О полах. Про потолок я вообще даже не думал. И как обычно, половина осталась стоять. Какого-то фига. Непонятно какого фига, но какого-то фига оно осталось стоять. Так, давайте пилить.
Фигня это. Уже до моторного отсека совсем чуть-чуть осталось. Так, ну что, собираем барахло все. Так, центр вроде отделили. Тут вроде ничего нет. Так, забирайте. Идем дальше делать то же самое. Думаю, эту половинку сейчас тоже отдолбим. Типа, че мелочиться. Так, коридора у нас нет. А где этот? То есть вот здесь и вот здесь. Так, ну хоть отпилили уже хорошо. Кто такой, что мог и не пильнуть даже. Так, ну здесь получается тоже нужно. По разику. Так, в комнате, насколько я помню, мы все потолки били. Полы мы будем везде все бить. Так, тут все. Ну, можно, наверное, пробовать. А чем мы это не стукнули, кстати, с той стороны? И по этой изнутри, походу, не стукнули. Чё? А, не, это не то. Ну ладно. Все отлично. Так, теперь у нас есть сквозной проходик. Это не может не радовать. Так, 200 килограмм. Ну, лишние полы можно собрать. Чтобы не мешались. Здесь, кстати, почти отсоединилось уже. Так, погнали дальше долбить. Попробуем. О, ну что-то упало немножко. Уже хорошо. Но у нас потолок еще остался, да? Да. Только сейчас вспомнил про него, как обычно. Так, ну там все развалилось замечательно. Так,
тут все классно. Давайте здесь потолочек пройдем. Кстати, главное, полы отпилю. Боковые, которые держат всю систему. Ну и что ты не хочешь развалиться? Скажи мне, пожалуйста. Точно, по каждому стукнуть надо. Теперь, чтобы они попадали. Эх. А тут... Нет, тут не пробито еще. Не, нифига. Нифига, тоже пилим. Блин. Хотел молотком, как обычно, кинул. Все, полов нет. А стены, как обычно, держатся на воздухе. Как же они мне задолбали, эти стены. Надо будет, наверное, в стиме прочитать. По поводу этой фигни, может, будет какое-то логическое объяснение? Еще часть стены упала. Короче, называется, снеси все стены, снеси все потолки, и тогда, может быть, тебе повезет. Но это не точно. Наконец-то. Так, собираем все, что тут надолбили. Надо это сейчас сдать и сохраниться, а то мы давно не сохранялись. Снова что-нибудь просрем здесь. Игра вылетит или еще что-нибудь. Я офигею. Медяшку зато собрали уже кому-то. Все, все. Забирайте. Так, а мы едем дальше. Сюда поближе, но тут, наверное, не получится отпилить. Че, воздух врезался снова, как я люблю.
У нас какая-то мания в играх врезаться в воздух. Это получилось 3 кусочка, а тут еще 1, 2, 3, 4, 5. Где-то еще 5 осталось. Короче, работы много. Так, сейчас он сдаст, и я сразу этот буду сохраняться. Сохранить. Фух. Так, что, может, поищем следующую перегородку ради интереса? Где она там есть? Слушайте, ну не так далеко и до моторных отсеков не сильно. А, тут же это фиг. Ну-ка. Первый кубан после начала. Блин, а оно может быть на грани прям. Давайте наверх поднимемся, посмотрим. Так, после вот этой фигни первый кубан. Не-а. Тут вот фигня будет мешать. Хотя и снести никаких проблем. Может, так и сделаем. Кстати, надо будет еще где-то газ перекрыть. Потому что, наверное, там шпарит, как обычно. Так, давайте тогда эти сейчас поудаляем. Приколы эти. Которых мы и так уже кучу поубирали. Пилим дальше. Короче, я думаю, тут капитанский мостик разнесу, чтобы можно было эти тоже отдельно поднять. Раз все равно у нас так все через одно место разбирается. Непонятно как, то это как бы будет, мне кажется, нормальный вариант. Что там забрали? А, только-только. Пурум-пурум-пурум-пум-пум. Так, предлагаю начать долбить. Чтоб понимать, где и что здесь у нас. Так, это значит, вот тут еще нужно. Да. Нормально лупанул. Так, ну воображаемую полосу я уже тут провел, так сказать. Или нет? Двести, уже полные карманы. Так, и куда это я там попал? Короче, долбим вот здесь. Кстати, а чё я там не прошелся резаком этим? Мне кто-нибудь скажет или нет? Так, стеночки, как обычно, у нас будут держаться, поэтому предлагаю их сразу подбивать. Так, а здесь у нас еще вот такой вот потолочек есть.
который нужно будет пильнуть. И полы очень интересные должны быть, которые тоже нужно пильнуть. Так, мы движок хоть не уроним. Вот посюда. Не, нормально. Ой, а нафиг я тут уже бью. Чё-то как-то... А мы ж тогда наверх не поп... А хотя не, попадем. Подожди, так надо тогда... Это мы в самом низу и сверху. А, ну сверху ничего у нас нет. Нормально. Сверху у нас ничего быть не может. Единственный вопрос. Блин, там еще сверху придется продолбить все. Так, от угла. От угла нужно пройтись. Ну так-то сразу нужно и здесь проходить, наверное. Чтобы полностью выпилить. Так, ну тут стенку, я так понимаю, мы и так пробьем как-нибудь. Тоже сразу можно пильнуть. Двигаем наверх. Но здесь, понятное дело, внутри комнаты еще. Так, вот от этого угла нужно здесь тоже все раздолбать. Так, ну там уже вроде бы ничего нет. Ток здесь рядом, но убить не должно, наверное. Так, что мы еще хотели сделать? Я думаю, нужно как-то выйти туда на палубу. И снаружи стенки чуть обработать. Вон вижу просветик. Да, да. Но тут, получается, мы залезли... Блин, так мы тут залезли на один квадрат. А эта фигня, она идеально ровно или не идеально ровно? Вот прям ровно-ровно? Вот прям ровно-ровно. Ну, погнали. Посмотрим, что из этого сейчас выйдет. Потолки нужно будет там поберечь, наверное, немножко.